Бро! Йо! Фух! Зато, блядь, чувствуешь себя 18-летним пацаном, такой движ спортивный. Ебать! Вот что-то я, блядь, эндурист! 80-го уровня, нахуй! Вот такое, вот что значит настоящий эндуро. Они тоже там девочки катаются по прямой, блять, тут пока. Что там не тепло, блядь? Леха, ты чё? Блять, а там может быть действительно пиздец, знаешь почему? Потому что прилив. Все, назад едем. Прилив, если прилива не было, можно было бы еще проскочить. А там думает, мы... Ааа, сука! Ааа! Плыть не будем? Кого мыть? Плыть. Где? Вот тут. Не, мы сюда не поедем. Слава богу! А ну! Ай, блядь! Ха-ха-ха! Я, блядь, эндурист. Ебать, сколько дыма, нахуй. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Молодца. Давай, давай, Леха, давай. А я фотик забыл. Ну, на стилу же готовы. О, надо. Обрыв, я думаю его, блядь, бросить туда нахуй. Да ну нахуй. Ну вот так аккуратненько. Надо. Ну я его не буду бросать туда, мой сломается, блядь, будет пластмассовый. Попробуем, просто там территория самого поля. Там может быть стоять забор. Скорее всего там стоит. Вот. А тут идет дорога, вот там вот. Короче, надо пойти посмотреть, да и все. Так.
Класс.